Привет, сегодня мы поговорим о сушильной машине от Горения, которую я недавно тестировал. Этот аппарат показал себя как надежный помощник в быту. Я поделюсь своими впечатлениями от использования, а также выделю основные плюсы и недостатки. Приступим. Внешний вид этой сушильной машины стоит особого внимания. Модель обладает стильным цифровым дисплеем, который гармонично вписывается в минималистичный дизайн. Центральное место на панели управления занимает удобный поворотный переключатель. Корпус машины устойчиво стоит на полу, благодаря чему при работе практически не ощущаются вибрации. Широкий загрузочный люк значительно упрощает перемещение белья из стиральной машины, что, несомненно, удобно в быту. Интерьер дополняет внутреннее освещение, которое активируется при открытии дверцы, облегчая загрузку и выгрузку в темное время суток. Особенно хочу отметить, что данная модель выполнена в лаконичном черно-белом дизайне, который отлично сочетается с другой техникой этого же бренда. Этот выбор подойдет для любого современного интерьера. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Моя недавняя находка – сушильная машина с тепловым насосом, которая стала для меня настоящим спасением в быту. Это устройство оборудовано 15 различными программами сушки, что позволяет адаптировать процесс под разные типы тканей и предпочтения по сушке. Среди наиболее полезных функций – возможность отложенного старта. Я могу запланировать сушку так, чтобы она закончилась к моменту моего возвращения домой. Индикатор уведомляет о необходимости опустошения контейнера для конденсата. И при желании можно подключить машину непосредственно к сливу, что экономит время и энергию. Максимальная загрузка составляет 8 кг, а уровень шума всего 64 дБ, благодаря чему машину можно установить даже в жилой комнате без беспокойства о шуме. Особенно хочу выделить программы сушки для разных типов ткани, от шерсти до спортивной одежды. Есть выбор уровня влажности от подутюг до в шкаф, что идеально подходит для различных нужд. Реверсивное вращение барабана предотвращает скопление белья в одном месте, обеспечивая более равномерную сушку и предотвращая помятость одежды. Барабан выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к износу. Класс сушки А означает, что машина не только эффективно справляется со своей задачей, но и делает это экономично, потребляя на 20% меньше энергии, чем модели с более низким классом энергоэффективности. Это делает ее отличным выбором для тех, кто ценит качество и экономию. Я тщательно проанализировал отзывы пользователей этой сушильной машины и готов поделиться с тобой самыми важными моментами. Давай начнем с недостатков. Немного шумновато. Теперь перейдем к тому, что особенно понравилось покупателям. Функционал. Стиль. Качество. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, где ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки этой сушильной машины. Также буду рад увидеть твое мнение о модели в комментариях. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь видеть больше подобных обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорой встречи!